В республике продолжается досрочное голосование. По данным избиркома региона, в выборах президента уже приняли участие 5500 человек. Это вахтовики, жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. В выходные свой выбор сделали и в поселке Кимьяр Сыктывдинского района. Там явка составила 90%. За ходом голосования наблюдал Эдуард Бушуев. В местном доме культуры жители Кимьяра начали собираться за полчаса до начала голосования. Перед входом на избирательный участок выстроилась очередь. Чтобы сделать свой выбор, продавщица единственного магазина даже на час закрыла торговую точку. Ничего удивительного, говорят в участковой избирательной комиссии. Кимьяр всегда голосует дружно. В основном люди тут проживают, пенсионеры, у них люди старого закала. Они понимают, что на выборы ходить надо. Даже ходим к лежачим вне помещения. Сами жители поселка на вопрос, почему идете на выборы, отвечают по-разному. Единодушны они только в одном. Их голос может стать решающим. Чтобы лучше было в государстве нашем, чтобы не было коррупции, чтобы помогали нам это в нашем поселке, чтобы что-то, какой-то сдвиг пошел. Надо проголосовать за такого человека, чтобы он поднимал страну Россию. Потому что это наша святая обязанность. Так случилось, что день досрочного голосования в Кимьяре совпал с последним днем Масленицы. И в поселке провожали зиму. Торжества получились скромными и оттого какими-то домашними. Печали, век согласия, да в любви. По предварительным данным, проголосовали в Кимьяре 90% избирателей. Для поселка явка вполне традиционная. Эдуард Бушуев, Максим Катаев, Олег Костромин. Телеканал «Юрган», Сыктывдинский район.